Здравствуйте, дорогие друзья. Мариную мясо. А, да. Давай, я тебя засниму немножко. Соль. Соль насыпал уже, да? Да. Ага. Сейчас как-то не базилик, как урс называется? Рыгани. Рыгани по-гречески, урс рыгани по-армянски. А по-русски я не знаю. Как ты говорит? Как он говорит? Ну, в общем, пусть будет рыгани. Да, если кто-то... Пусть будет урс. Пусть будет урс. Если кто-то спросит, в комментариях напишу. Давайте, друзья, Джан, рассказывайте. Там Джордж тоже говорит, что-то готовит тоже. Так, и теперь это... немножко черного перца. Угу. Я мало сделаю черный перец, чтобы не было острое. Угу. Потому что мои не любят острое. Хорошо. А красного побольше. Да. Сладкого перца побольше. Опять мой пальчик. Так, дорогие мои друзья. Будем смотреть, сколько ложат красного перчика. Вот завтра будем мы праздновать. Дети давно у нас не были. Учатся сейчас экзамены. Заканчивает уже 5-й курс моя дочка медицинского института. Ну вот как-то нашли время, решили нас проведать. Приедут две мои дочки, которые не были у меня. Так, дальше говорите, что вы делаете дальше. Теперь что вы хотите? Перчатку одеть. А, перчатку хочешь одеть? Ох, как же я тебе сейчас дам перчатку-то. Подождите, мои дорогие друзья. Сейчас я сниму, да, я положила уже ее в сакулу. Минуточку, нате вам перчатку. Давайте посмотрим, как мы ее вам помогу одеть. Валера, этой рукой прямо одевай. Да. Ну, в общем. Вот здесь лучше сяду. Наверное, так лучше будет. Ну, как-то одевай. Да не маленький, просто у тебя рука вспотела. Причем тут вспотела, здесь не проходит. А, да. Ну, разорви. Ага. Ну, в общем. Ага, справился. Теперь лук. Угу. Теперь лучок выкладывает мой муж. Это его фирменный рецепт шашлыка. Готовит только он так. Каждый по-своему готовит. Вот, уже на протяжении многих лет мой муж... Я как уже говорила, что я с мясом никакого дела не имею. Это работа моего мужа. Я мясом не дружу. Курей разделывает, мясо разделывает. Это мой муж. У меня своих дел полно. Я хлеб пеку, печеное пеку, салаты нарезаю. А мясные вещи делает... И теперь размешиваю. А, ты черный перчик положил, да? Давно. Давно, хорошо. Теперь размешиваете... Так, мои дорогие друзья. Так, осторожно, чтобы там не упал на пол. Так. Соль сыпал, да? Соль насыпал? Да. Да. Чтобы не забыли ничего. Соль я всегда в начале делаю. А, малисто. Чтобы не забыть. Так. Так. И все. Да, сейчас немножко засниму. Ты снимай свои перчатки. Ну, в общем, дорогие мои друзья, вот как-то так замариновали мы мясо. Сейчас мы его сложим, завернем. И положим в холодное место, в холодильник, где больше всего холода внизу положу. Правда, я там заставила моими вареньями, придется мне все это снять. Но, ну, в общем,
Как-то так. Ну-ка, скажите всем до свидания. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока, да. Ну, в общем, мои дорогие друзья, вот на такой вот красоте мясной мы с вами остановимся. Засняла маленький обзорчик. Завтра продолжим, как будем делать. Дай бог, чтобы не было дождя, дождь был сейчас, опять прошел. Чтобы завтра, Макаре, была бы хорошая погода, чтобы мы могли приготовить шашлыки на улице. Так что, вот, мои дорогие друзья, на таком маленьком видео я с вами прощаюсь. Ставьте мне класс, подписывайтесь на мой канал. Всем мирного неба, здоровья, здоровья детям, родным, родителям. Всем пока-пока!